Все чаще рейд «Нетрезвый водитель» сопровождается погоней и задержанием нарушителей. Не стали исключением и нынешние выходные. 15 октября около часа ночи с Илья Попов к Чердаклинского района в рамках проведения специального мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудниками ГИБДД было подано требование об остановке водителю автомобиля ВАЗ-21083. Однако «восьмерка» лихо промчалась мимо. Инспекторы организовали преследование. Спустя несколько минут автомобиль был блокирован. За рулем находился 28-летний житель Чердаклинского района. От прохождения свидетельства и на состояние опьянения он отказался. Прав на управление автомобилем у гражданина не было. Регистрационные знаки на автомобиле оказались в розыске. На данный момент водитель осужден на 10 суток административного ареста. А неделю назад в задержании пьяного водителя принял участие неравнодушный автомобилист. Вечером 8 октября внимание сотрудников ДПС привлек автомобиль «Лада Гранта», движущийся по улице Красноармейского в районном поселке Майна с явным превышением установленной скорости. Требования инспекторов об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Полицейские организовали преследование. Водитель автомобиля «Газель», следовавший в попутном направлении, понял, что сотрудники полиции предпринимают меры к остановке транспортного средства. Радушный газелист присоединился к задержанию. Патрульный автомобиль, обогнав «Ладу», начал останавливаться. В этот момент водитель автомобиля «Газель» поравнялся с нарушителем, снизил скорость, не дав возможности нарушителю объехать остановившийся впереди патрульный автомобиль. Водитель был вынужден остановиться. Повод для ухода от сотрудников полиции у задержанного был весомый. Житель Майнского района 87-го года рождения не имел права управления транспортным средством и в момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, только за прошлые выходные сотрудниками Госавтоинспекции области к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения свидетельства на состояние опьянения привлечен к ответственности 51 водитель. Лилиана Рахматуллина, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.